Ребят, всем привет! Пожалуй, можно уже перейти свободно на новогодний снежный фон. Вот у нас свинка заканчивает свой год, и будет у нас мышка. Но пока еще свинка 3 недели хозяйствует в елковой нашей роще. Ребят, у нас сегодня будет янтарь, который я уже 3 месяца позорно держу в коробках. А это просто свинство, и вы сейчас поймете почему. Я вам покажу только половину из всей коллекции, которая пришла. И так будет очень много. А вторую половину я, наверное, приберегу уже и покажу вам, наверное, через месяцок. Потому как реально пришло огромное количество изделий. Это коллекция, которую я назвала «Галька». Почему «Галька»? Ну, во-первых, Галя – это моя дочка. Но на самом деле мне очень эти вещи все напоминают по форме именно вот камушки, которые море обтачивает. Вы все знаете это направление. Очень оно обычно всем нравится. Серьги ни разу еще мы не получали. У нас были браслеты, у нас были кольца, несколько штук. А вот насчет серег я не припомню. Значит, тут натуральный балтийский янтарь, разумеется, белый родий. 71 доллар это пара, 9,72 грамм, английский замок. Я думаю, что мы будем их нумеровать, потому как будет сейчас очень большое количество. Для всех поклонников янтаря и для понимающих лучше не придумаешь. Итак, назовем это пара номер один. Если пара номер один состояла из 3 сегментов, то пара номер 2 состоит из 2 сегментов. Вес 8,67, цена 66 долларов, белый родий, серебро. Вот такая интересная пара номер 2. Пара номер 3, тоже 2 сегмента, немножко мельче, мне кажется, 57 долларов, 7,60 вес. И вот я вам даю возможность их рассмотреть. Пара номер 4, вот такой вариант. 11,28, 79 долларов. Пара номер 5, они одинарные. Такой шикарный королевский белый янтарь. 52 доллара. 5,90 их вес. Пара номер 6 также одинарные, но чуть покрупнее. 52 доллара, но они не намного крупнее, если честно. Вот такой цвет. Пара номер 7 состоит из 3 сегментов, 9,89 грамм, 71 доллар. Пара номер 8. Вот такой вот вариант. 65 долларов, 8,59.
Пара номер 9. Вот такие полупрозрачные. $49. 5,96. Вот смотрите, как они полупрозрачные. Янтарь чудесный. Так, это что касается серег. Дальше у нас имеются кулоны. Если я не ошибаюсь, кулоны еще ни разу не приходили. Итак, $56. Вот такой кулон из трех сегментов. Его вес 7,45. Это кулон номер один. Дальше у нас будет кулон номер два, $50. Вот такой вот вариант. 5,64 грамма. Кулон номер 3. $50. Так, теперь у нас осталось два кольца. Кольца разъемные, поэтому как бы размер пишется от 17 до 19 примерно весьма. $50 оба кольца. Вот это номер один. И номер два. Более дикий янтарь, даже с вкраплением. Более белый, этот более такой, мне кажется, облагороженный, хотя вот это вот разница. Это два кольца, колец больше нет, серег, девчонки, еще есть куча, кулонов и колец больше нет, только по два, то есть три кулона, два кольца и два браслета пришло. Сейчас я вам их покажу. Так, браслет номер один $138. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На 9 сегментов. С удлинительной цепочкой. Так. И за 142 браслет чуточку крупнее. За счет этого он чуть-чуть дороже получается. Это идет, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже 8 сегментов, но идет немножко другие оттенки и форма, соответственно. Как вы понимаете, здесь это все ручная работа. Идет под каждый камень отдельная. Это не литье, это все вручную обрабатывается, потому как форма камня каждый раз разная, поэтому не может быть одинаковых браслетов. Также, в общем-то, на любой размер. Все, ребят, видео получилось очень коротким, но очень объемным, поэтому, мне кажется, целесообразно останавливать, кому интересно рассмотреть и просто рассматривать янтарчики, определенный кадр остановить и смотреть. Вот все, ребят, до следующего видео. Жду вас у себя на канале. Пока!